Меня зовут Татьяна Геращенко, я глава ACCA в России. И я очень рада тому, что в это непростое для всех нас время мое первое обращение к вам по приятному поводу, по поводу 20-летия ACCA в России. Изучать ACCA в России начали очень давно, а 20 лет назад в Москве открылся офис ACCA. Офис ассоциации, объединяющий специалистов в области финансов, аудита и учета. ACCA была основана в 1904 году в Великобритании. И сегодня ACCA по всему миру – это огромное сообщество. И Россия в ближайшие годы и в дальнейшем будет в фокусе внимания глобальной ассоциации. А теперь давайте вспомним, что было 20 лет назад. Например, когда только начали внедрять МСФУ в 2000 году, экзамен ДПИС сдавали только 13 человек. А сегодня желающих так много, что не хватает мест в экзаменационных залах. В 2014 году мы запустили экзамен ДИП-НРФ, а в 2019 году новую программу – диплом финансового управления бизнесом на русском языке. Это часть полной квалификации ACCA, переведенной на русский язык. Сегодня ACCA в России – это комьюнити, большая семья, объединяющая более 10 тысяч студентов и членов ассоциации. Мы очень рады нашему партнерству с ведущими организациями и компаниями. Вклад большой четверки компаний Deloitte, EY, KPMG, PwC в развитии профессии аудитора невозможно переоценить. И мы очень рады, что ACCA напрямую способствует формированию специалистов столь высоко ценимых профессиональным сообществом. 5 аккредитованных учебных центров, Академия бизнеса EY, Академия PwC, Hawk, Learn It Online, STEC помогают нашим студентам успешно готовиться к экзаменам и успешно сдавать эти экзамены. Кто-то получает квалификацию ACCA за 1,5-2 года, а кому-то требуется немного больше времени. Студенты ведущих вузов России могут одновременно с высшим образованием получать квалификацию ACCA. Сегодня в 17 вузах России 50 программ получили аккредитацию ACCA. Более 100 аккредитованных ACCA работодателей создают все условия для обучения своих сотрудников. Они помогают студентам ACCA быстро и эффективно сдавать экзамены, а затем применять полученные знания в работе. Статус аккредитованного работодателя позволяет сотрудникам в упрощенном порядке подтверждать членство в ACCA, регулярно проходить обучение, сдавать экзамены, повышать квалификацию в учебных центрах и получать сертификаты международного образца. Для членов ACCA мы ежегодно проводим более 40-50 семинаров, находим лучших спикеров. И даже сейчас, в период удаленной работы, мы не снижаем темпов профессионального развития. И, конечно же, мы активно делимся результатами глобальных исследований ACCA, новостями и тенденциями финансовой профессии. 20 лет ACCA в России – это возможности, успешная карьера, профессиональное развитие. А что для вас ACCA?